Оля, ты уже замужем, вы? Да, Русик, подожди, мы обряд проводим, видишь, ко мне пришли. Пожаловали мы в одно из живописных местечек Северного Кавказа – Аул Джангирик. И да, как вы уже заметили, я успела перевоплотиться и побывать в образе невесты. А кто-то, как всегда, все испортил. Но это не главное. Собственно, зачем мы приехали? Не просто полюбоваться местной красотой, а изучить один из свадебных карачаевских обрядов Ауалган. В переводе означает «обряд свадебных платков». Сегодня я и вы не только узнаем новые традиции, но и с радостью погуляем на свадьбе. Ауалган адет. Карачай миллет тэджиен келгенкюн. У карачаевского народа в день свадьбы приезжают родственники невесты для совершения свадебного обряда Ауалган Адет – снятие платков. Большое значение имеет смысл этого обычая, так как после него невеста полностью входит в число членов семьи жениха. Сейчас я нахожусь рядом с невестой. Ее лица не видно. Очень хочется посмотреть, но нельзя. Сейчас торжественно невесту выведут гостям под песню «Орайда». Во дворе с нетерпением невесту ждут старики, дети и женщины. Перед снятием платков старейшине со стороны рода жениха подносят ритуальную чашу со сладким напитком. И он произносит «алгыш» – пожелание молодой невесте и всей семье. Затем передает чашу тамаде со стороны невесты. Гость произносит тост. «Пусть ваш дом будет наполнен счастьем. Пусть станут большой фамилией и целым народом, примерной семьей. Пусть у них будет много счастья, столько, сколько капель в дожде и травинок в поле. Пусть мы будем с вами видеться только на праздниках». Наверное, вы уже догадались, что это постановочная свадьба. Но стоит заметить, ребята постарались на 5 с плюсом. Эти старейшины вызывают неоднозначные чувства и умиление, и даже некоторую суровость. Борода, этот взгляд. После того, как произнесли тост, из этой чаши дают выпить присутствующим на свадьбе детям. Почему именно детям, спросите вы? Ну а я отвечу, это все для того, чтобы в доме молодых всегда был слышен детский счастливый смех. Невесту поворачивают в сторону старших, осыпают ее голову деньгами, сладостями, зернами злаков, выкрикивая различные пожелания. Проводится это для того, чтобы невесте с новыми родственниками в семье жилось сладко, чтобы всегда был достаток в доме и чтобы в новой семье было много детей, внуков и правнуков. Старшая из женщин, у которой много детей и внуков, прожившая счастливую жизнь, подходит к невесте со словами «Пусть ее жизнь будет как у меня», снимает по очереди платки с головы, затем с рук и пояса. После снятия платков лицо невесты открывается. Женщины со стороны жениха поочередно приветствуют невесту и обнимают ее. Обычай не так прост, как кажется на первый взгляд. Каждый платок имеет свое значение, но об этом расскажу не я, а тот человек, который не один раз был на карачаевской свадьбе и знает много чего интересного о традициях своего народа. Багалы жамагат карачайлла, авалган үсіннен бірек сөз айтайым. Дорогие телезрители, хочу вам сказать пару слов про обычай Ауалган, снятие платков. Периодически нужно поправлять обычаи, потому что со временем люди придумывают новые, сами не понимая, что делают. И этим мы оскорбляем старые традиции, оскверняем честь девушки. Я начну говорить, если я что-то скажу неправильно, спросите у других стариков, они меня поправят. Скажу, что знаю.
Во время того, как невесту вводят во двор, ее голову покрывает три платка. Помимо этого, у нее есть платок, символизирующий фартук. И еще по одному платку в обеих руках. У них у всех есть большое значение. Многие люди не знают этого. Сейчас парни подходят и в танце снимают с невесты платки. Какое право имеет сын чужого человека снимать платки с моей невестки? Это должна делать женщина в возрасте, которая счастлива в браке. Чтобы по подобию ее жизни сложилась счастливая жизнь невесты. Если даже в роду нет такой женщины, то среди соседей точно найдется, которая хорошо живет с мужем и имеет много внуков. Когда снимают первый платок, башчаолук, это говорит, что невеста пришла в дом в соответствии с традициями. Теперь она равноправна, как все женщины в этом ауле, обществе. Второй платок, экинчи джаолук, символизирует ее воспитание, то, что она будет заботиться о муже, родителях и их будущих детях, то есть невеста становится равноправным членом семьи. Третий платок, ючунчу джаолук, считается самым ценным, он символизирует целомудрие и скромность невесты и то, что она выходит замуж в первый раз. Если девушка выходит замуж не в первый раз, то третий платок на нее не одевают. Сейчас некоторые люди вместо третьего платка передают в подарок дорогой ковер, тем самым демонстрируя свой семейный достаток. А если такое увидит человек, хорошо знающий традиции, то он поймет. Еще хочу сказать, что это не дело, что девушки выходят замуж с такими прическами без платка. Лучше завяжите красивый платок и так выходите к старикам. Еще забыл упомянуть. Платок на поясе невесты, фартук, символизирует ее готовность работать по дому, и кроме того, если среди родственников или соседей будут праздничные или траурные мероприятия, она должна будет везде помочь. Это ее обязанность. Платки, покрывающие руки невесты, означают то, что она пришла в дом не с пустыми руками. Вы должны эти традиции знать и рассказывать всем. И прекратите снимать платки в танце, это не нужно. Их обязаны снимать только женщины, и это истинные традиции. После приветствия женщин со стороны жениха, невесту уводят, не поворачивая ее спиной к присутствующим. Под зажигательную песню «Орайда» и вынесли вот этот чемодан и узел с вещами. Я так понимаю, это приданое невесты. Скажи, пожалуйста, вот что ты здесь делаешь? Я, например, жду выкуп, а ты? Я тоже. Тоже ждешь? Как, делить вместе будем? Да. Ну тогда ждем. Все-таки я решила удалиться, не стала стеснять молодого парня. Хотя, мне кажется, вы разглядели. Это не парень, а юная актриса. В свадебных традициях ребенку, сидящему на сундуке, где находится приданое, должны отдать выкуп, подарок либо деньги. Берне, другим словом приданое, это гостинцы для семьи жениха. В него входили домашние принадлежности, это и одеяло, и подушки, и матрасы. Поверьте, сегодня на настоящей свадьбе все в один чемодан не вместится, нужна целая газель. Ну что, приступим к раздаче, каждому члену семьи свой подарок. Атаны, акчам часы, кюмюш пеллиги. Ананы, чепкены. Это подарки отцу. Белая бурка, пояс. Матери – платье-платок и серебряный пояс. Деверю – платье с газырями, мужская национальная одежда, серебряный пояс и кинжал. Заловки – платье, вышитый платок. Кайын кызны, чепкены, чилет кинжалугу, кямары. И, конечно, подарки всем собравшимся – рубашки, фартуки и платочки. Вот так вот щедро одаривают всех родственников и гостей на свадьбе. И платки, и рубашки. У меня глаза разбегаются от такого количества подарков. Но в последние годы появилась новая тенденция – отказываться от национальных свадебных традиций в пользу свадьбы по-мусульмански.
Она гораздо скромнее и проще, проходит без большого количества гостей, без взаимных подарков родне и калыма, без музыки и танцев. Но таких примеров не слишком много. Традиционная карачаевская свадьба не сдает свои позиции, и подавляющее большинство карачаевцев старается блюсти обычаи предков. Ну вот и о Берне немного поведали, но главным элементом сегодняшней передачи является обряд платков. Каждая карачаевская девушка по обычаю должна была вышивать свой свадебный платок. На его изготовление уходило от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности рисунка и размера платка. Работа была трудоемкая и кропотливая, поэтому с подросткового возраста девочкам прививались навыки вышивания, и они начинали самостоятельно изготавливать платок, обрамляя его кистями. В основном особые мастерицы наносили узор на всю ткань для вышивания. Одним из наиболее главных и важных элементов женского костюма являлся платок. Вот, например, этот был изготовлен во второй половине 19 века. Его приобрела Абидат Семенова, и она его купила за одну корову. Представляете, какая-то большая стоимость. Здравствуйте, Елена. Сейчас вместе с Еленой Ханафиевной заглянем в историю и узнаем немного больше о национальных карачаевских платках. Это делалось для свадеб или в повседневной жизни платки тоже? В основном, вот вы сами видите, на платках орнамент такой, что в основном цветы, цветочный орнамент, кисти вот такие, кисти тоже разные, длины были разные они были. Сами платки тоже были разного размера. Вот тут, смотрите, весь платок без этих самых, он цельный. То есть полотно приобретали, правильно? Да, а не ткали его? Нет, полотно приобретали, в основном приобретали полотно. И уже вышивали? Вышивали. Что конкретно, какая вышивка должна была быть вышивка на платке? Должна была, в основном, это самый цветочный орнамент был. В основном, 99%, можно сказать, был цветочный орнамент. И встречались, вот там у нас есть такой платок, что птицы вышивали. Вот так вот. Но этот платок, я знаю, что был куплен за 9 коров, да? Да, это тоже. Платок это изготовлен тоже во второй половине 19 века. Да. Оттуда он передавался из поколения в поколение. Бывало так, что вот я, например, знаю, я знакома с женщиной, которая вышила за 2 года два хороших платка. Вот один из них. Вот этот платок, он принадлежит... Коричневый. Коричневый, да. Она это вышивала уже это, в 1953 году, в возрасте 11-12 лет. Вот это она вышивала. И такой же еще один платок. А вот этот вот платок? Это чуть-чуть другое. Готовый платок. Угу. Был изготовлен в Казахстане. Да, в Казахстане написано. Специальными нитками они вот тут... Окахала называлась, чуть-чуть старались облагородить. А вы умеете вышивать? Я сама платки никогда не вышивала, но я видела еще у нас в 70-е годы, я ребенка видела в селе, девушки просто так сидеть они не могли на улице. Которые были постарше вас, да? Которые постарше, естественно, я была ребенком тогда, и они с пяльцами, с вышиванием, только тогда им разрешалось сидеть где-нибудь на улице. 3-4 девушки могли сидеть и вышивать, или коротать ночи. За вышиванием платка. За вышиванием платка, да. Вышитый полностью шелковый платок называли «Саучилле Джоулук». Это самый красивый из всех платков. Он должен был венчать 2 других платка – на голове невесты и в свадебном уборе. Допускалось, что 3 остальных платка – 2 в руках и 1 на поясе невесты – могли быть и не вышиты, но обязательно обрамлены шелковыми кистями. Видите, кругом шелковые платки, а этот не шелковый платок. Он тоже в начале 20 века был вышит. Салпагарова Ханкара, проживавшая в Ичкулане. Потом она подарила своей дочери. Вот дочь 25-го года рождения, Казанчикова Сапиат Алиевна, живет у нас в селе. Вот она мне предоставила такой платок. Вот на такой шерстяной ткани они вышивали вот такие... Тоже узоры, да? Да, цветочные. Цветочные тоже узоры. Основы могли быть...
я же говорю, кроме шелка, и вот такая основа могла быть, и разных цветов вышивали. А каждый цвет что-то обозначал свое? Ну, я не знаю, что-то обозначал, но на бордовом вышивали, на розовом, вот у нас там розовый платок есть, на зеленом. Да, я не ожидала, что сегодня увижу такое большое количество ценных платков. Знаете, не отказалась бы от такой коллекции. Ну да ладно, оставим мои мечты на потом. А сейчас, внимание, настоящий национальный танец с маленьким сюрпризом. Смотрим. Приятно, что нас так радушно встретили на этой земле. Некоторые обычаи канули в лету. Вот, например, раньше невест возили вот на таких бричках. Ну а сейчас невест возят на машинах. А некоторые обычаи до сих пор живут с нами. Например, такой обряд, как снятие платков с невесты. Сегодня мы вас познакомили с этим обрядом. Ну и по традиции увидимся в следующей передаче.